Что важно для НАТО, это то, что все руководители стран согласовали общую политику. И мы вчера согласовали твердую позицию 32 союзников, выражающую поддержку Украины, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и продолжают обеспечивать поддержку Украины. Я согласен с тем, что сказал президент Зеленский. Конечно, фразировки и формулировки важны, но действия являются более важными, чем слова. И, конечно, важность членства тоже, но конкретные шаги по поддержке Украины еще более важны. И то, что сейчас мы предоставляем системы ПВО, это позволит Украине взять верх. И если она добьется своих целей, это позволит им стать членом. И оперативная совместимость и соглашение двустороннее, и финансовая поддержка – это все действия говорят гораздо большим, чем формулировки. Конечно, формулировки важны, но наши совместные действия являются гораздо более важными. И все союзники согласились с этим, все договорились об этом.